Сочинец Тимур Халайджан в составе национальной сборной команды России завоевал серебро этапа Кубка мира в разделе «Боевое самбо» весовой категории 68 килограммов. Тимур Халайджан является мастером спорта России, тренируется у Армена Такмазяна. На днях Тимуру исполнилось 25 лет, и серебряная медаль стала прекрасным подарком. Халайджан показывает стабильно высокие результаты как на всероссийских, так и на международных турнирах по боевому самбо. В турнире также принимала участие сочинская самбистка, мастер спорта Кристина Карикян, но уступила в схватке за бронзовую награду спортсменке из Румынии. Российские самбисты победили в командном зачете в боевом и спортивном самбо.